Ну а чуть раньше губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с главным онкологом Минздрава России, академиком РАН Андреем Каприным. Обсудили совершенствование системы профилактики онкозаболеваний и формирование привычки к здоровому образу жизни. Как отметил губернатор области Дмитрий Миронов, борьба с онкозаболеваниями является важной частью нацпроекта здравоохранения в Ярославском регионе. В прошлом году благодаря резервному фонду президента областная онкологическая больница получила новое оборудование на сумму 30 миллионов рублей. На 40% увеличился объем специализированной помощи пациентам. В планах руководства региона модернизировать технику для лучевой терапии, приобретение нового линейного ускорителя и компьютерного томографа. Помимо этого, глава региона заметил, в области совершенствуется система диспансеризации населения. Она должна быть доступной каждому жителю области, независимо от места проживания. И такие же мы задачи ставим перед собой. И мы, конечно же, надеемся в целом на методическую и консультативную помощь в этой работе. Со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку специалистам центра. И, конечно же, готовы работать в взаимодействии. У нас большое удовольствие приезжать в регион, потому что мы видим, что наши замечания и наши какие-то методические рекомендации с вашей поддержкой воплощаются в жизнь. Мы видим, что вы наметили строить новый корпус, в общем-то, уже в диспансере, который устарел, просто он устарел многолетне. Мы видим, что вы занимаетесь аппаратурой, и серьезно, для нас это очень важно, когда мы говорим о линейных ускорителях, потому что понятно, что теперешняя онкология – это не только хирургия. Мы видим вашу заботу о химиотерапевтической службе, о